Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 13 по 20 июля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч опыта, и называется оно «Роскошь скорости». Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику «Скорость» 20 раз. Ну, для выполнения техники вам достаточно выехать на длинную прямую и разогнать свой автомобиль. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно по-прежнему «Победитель». Чтобы его выполнить, вам потребуется найти или создать новый чемпионат и просто завершить его. За следующее испытание можно получить 95 тысяч кредитов, и называется оно «Представьте себе». Для его выполнения вам потребуется создать совместный сетевой заезд и пригласить кого-нибудь из друзей. Но потребуется от вас просто завершить абсолютно любую гонку. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Изящная победа». Для его выполнения вам понадобится один из автомобилей Bentley. Ну а для прохождения испытания вам потребуется победить в 3 гонках на этом автомобиле. Ну а приз за этот Фарзафон – это автомобиль Bentley M Sport GT3. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 20 июля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!